Зависят друг от друга. Одни строят дороги, другие по ним ездят. Но раз в год все вместе они меняют водительское кресло на удобное сиденье в концертном зале, а дорожную монтировку на дипломы цветы. Сегодня в области ремонтируются и строятся новые дороги в Москве. Реализуются улучшенные схемы движения. Автомобилистов и дорожников поздравляют с праздником, а заодно и хвалят за профессионализм. В Саратове завершился конкурс мастерства вождения автобусов. Такие соревнования освежают в памяти правила дорожного движения не только в теории, но и на практике. Как все соревнования, наверное, нервы. Не смог себя сдержать, ну, допускал ошибки при вождении. Конечно, внимание уделено. Ну, радость, праздник обязательно, как же. Транспортников и дорожников наградили в 14 номинациях. Вспомнили о тех, кто создает условия для водителей. В городе уже есть несколько предприятий, которые много лет строят и ремонтируют дороги. Их отметили отдельно. Дорожники справились с тяжелой зимой. Транспортники смогли обеспечить комфортные условия для проезда. День автомобилиста еще не наступил. Его отметят 31 октября. А накануне представители министерства навестят памятник погибшим водителям во время Великой Отечественной войны и возложат цветы. Екатерина Савина, Алексей Барыбин. Новости. Телеобъектив.